Сегодня в зоне внимания выездного совещания по благоустройству находились гаражные массивы западного микрорайона, прилегающие территории которых оставляют желать лучшего. Территория гаражного массива по улице Асфальтная, груда земли, бурьян, скрывающий стихийную свалку. Все это расположено в жилом массиве. По сути, это свободный участок, который можно было бы отдать под застройку еще ряда гаражей. Пришли к выводу члены комиссии с тем, чтобы облагородить прилегающую территорию. Рациональное распоряжение землей – одно из возможных решений благоустройства города. Так, например, овраг, расположенный в районе АЗС, территориально выгодно использовать под какое-либо производство. Отделу архитектуры, комитету по управлению имуществом рекомендовано проработать этот вопрос. В городе есть серьезные проблемы. Практически, наверное, 20% только создано гаражных кооперативов. То есть нужно создавать гаражные кооперативы, чтобы были хозяева и приводили, содержали в надлежащем состоянии и приводили порядок. Но сегодня мы видим, практически все гаражи в таком же состоянии. Везде все заросло, везде очень много мусора. Вот. Поэтому протокол поручения были записаны архитектуре, комитету по управлению имуществом определить эту землю. А пока горкомхозу предстоит решить вопрос о наведении порядка на данном участке. Следующим объектом по маршруту следования стал двор дома 7 по улице Асфальтной. Сам дом признан аварийным, но пока люди в нем проживают, должны следить за своей территорией. Главная проблема остается со своевременным вывозом мусора. Несмотря на то, что жара спала и само сгорание исключено, по-прежнему остается человеческий фактор. Первоочередная задача, которую озвучил первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Лифанов – освободить территорию от мусора, скопившегося после субботника. В рамках месячника по благоустройству очередной трудовой десант выйдет на улицы города в ближайшие выходные.